Люди запоминают 10% того, что они слышат, но 50% того, что они видят. Мы создали целый ряд онлайн-инструментов. Видеоэлектронная почта, видеоконференции и видеопрезентации, которые действительно изменят способ, при помощи которого вы общаетесь. У меня есть легкий доступ ко всем моим инструментам прямо здесь, на главной странице. Во-первых, давайте рассмотрим видеоэлектронную почту. Знаете ли вы, что в среднем человек тратит около 8 секунд просмотра текстовых сообщений по электронной почте? Тем не менее, видеоэлектронную почту просматривают в 85% случаев. Отправлять видеоэлектронную почту с помощью нашей системы очень просто, потому что я импортировал все свои контакты с телефона, электронной почты и компьютера в одно место — менеджер контактов. Я могу выбирать, кому хочу отправить письмо, или могу добавлять отдельные адреса. Теперь я выбираю видео. Я могу использовать веб-камеру для записи моего сообщения, или же могу загрузить видео со своего компьютера, iPhone, Android или любого другого смартфона. Я могу также включать маркетинговые видео или что-то крутое, чем хочу поделиться с YouTube. Теперь я буду использовать функции шаблонов, выбирая из сотен спортивных, бизнес или сезонных шаблонов. И что действительно удивительно, я даже могу создать свой собственный. Система автоматически добавляет мою контактную информацию. Кроме того, я могу также добавить изображения, печати купонов, гиперссылки на другие сайты или почти все, что я хочу. Он готов к работе. Просто нажмите кнопку «Отправить» или используйте нашу функцию планирования кампании, чтобы установить дату и время, в которое вы бы хотели, чтобы оно было отправлено. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы все заняты, и рынок сейчас глобальный. Как вы потянете людей отовсюду? Видеоконференции. Просто нажмите кнопку, чтобы начать работу. Выберите «Добавить встречу», а затем назовите ее. Вы можете начать заседание на лету или запланировать встречу на более позднее время. Участники могут принимать участие со своих собственных компьютеров, или мы также предоставляем линию конференц-связи, если вы в отъезде. Из моего менеджера контактов я могу выбрать, кого пригласить. Они получат ссылку быстро присоединиться к конференции, или же они могут добавить ее в свой календарь на потом. Что действительно удивляет, так это то, что нет никакого программного обеспечения для загрузки, и вы не должны быть зарегистрированы для того, чтобы участвовать. Очень круто, правда? Нажмите на кнопку «Начать встречу», и ничего себе, встреча начинается. Вы можете включить до 12 людей с видео, аудио и даже позволить им быть ведущими. Система имеет функцию белой доски, которая имеет интерактивные инструменты, такие как рисование и подсветка, делая простым для посетителей сотрудничество с вами. Вы также можете поделиться своими фотографиями, видео, документами и презентациями PowerPoint. Помните, что наша система не только для бизнеса, она может быть использована для того, чтобы поговорить с друзьями, членами семьи или людьми в первый раз. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса во всем мире люди могут использовать видео, чтобы сэкономить время, энергию и в конечном счете деньги.